Здравствуй, мой дорогой зритель! Рада приветствовать тебя на моем канале. Если тебе интересны интернет-технологии и блокчейн, то советую тебе подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать ничего нового. В недавних видео я вам рассказывала, как можно купить криптовалюту и где найти лучший курс для ее обмена. Но что делать, когда вам срочно нужны деньги на карте, но нет времени искать лучший курс для продажи криптовалюты? И такой сервис, как Trusty Wallet, решает ваши проблемы в данном случае. Об этом и пойдет речь в сегодняшнем видео. Я расскажу вам, как можно быстро переводить деньги на карту, например, рубли, тенге, гривны и доллары. Итак, Trusty Wallet – это идеальный кошелек для покупки и продажи криптовалют с любой банковской карты, Visa или MasterCard. Также хочется отметить, что данный кошелек не требует ни KYC, ни других ваших личных данных. И совершить покупку и продажу с этого кошелька можно абсолютно анонимно. В кошелек Trusty Wallet встроен смарт-алгоритм, который помогает определить лучший курс на рынке криптовалют. Приложение поддерживает одновременно несколько кошельков и транзакций в два клика с поддержкой функции Replace by Fee, то есть замена комиссионных. Это очень крутое дополнение кошелька, и до сих пор многие кошельки эту функцию не поддерживают. Если вы хотите подробнее узнать об этой функции и как ей пользоваться, советую посмотреть предыдущее мое видео. Ссылку я оставлю в описании. При инсталляции Trusty Wallet создается специальная фраза, которую нужно хранить в безопасном месте. Фраза состоит из 12 или 24 слов, что в будущем вам поможет восстановить кошелек при утрате телефона и обезопасит от других непредвиденных ситуаций. Итак, после того, как произведен вход в кошелек, мы видим баланс. Тут вы можете добавлять или удалять активы в зависимости от их использования. Кошелек поддерживает такие валюты, как биткоин, эфириум, USDT, лайткоин, BNB. И это еще не весь список. В кошельке также встроен обменник криптовалют. Рассмотрим его на примере обмена примерно 60 долларов в биткоине на эфир. И после этого я выведу его на карту. Для начала я нажимаю на обмен. Ввожу желаемую сумму в биткоине. Как я уже сказала, это примерно 60 долларов. И нажимаю «Готово». После появляется список лучшего обмена биткоина и эфира. Я выбираю первый из списка и нажимаю «Далее». Подтверждаю транзакцию и после подтверждения отправки и выбора комиссии нажимаю «Отправить». Готово! Нужно немножко подождать, и обмен будет завершен. При нажатии на вкладку «Биткоин» мы можем увидеть все транзакции, совершенные с этого кошелька и этого адреса. Видим исходящую транзакцию, и при желании я могу увеличить комиссию для более быстрой отправки. Как я вам говорила ранее, эта функция называется «Replace by Fee», то есть замена комиссионных. В приложении присутствует функция непосредственной покупки и продажи криптовалюты за фиат. Комиссия обмена криптовалюты на фиатную валюту состоит из стандартной комиссии Trusty Wallet, которая составляет 0,2% и комиссии валютной биржи. Хочу заметить, что это одна из самых низких комиссий на рынке. Приложение Trusty Wallet позволяет привязать неограниченное количество банковских карт, что в свою очередь дает возможность использовать каждую карту под свои функции. Также не забудьте добавить карту в кошелек, это обязательное условие. Но вы можете не беспокоиться по поводу мошенничества, кошелек не требует SVV-код. Для того, чтобы продать эфириум, мы переходим в раздел «Продать». Выбираем способ получения, также перед продажей проверьте минимальную сумму ввода. После этого вводим желаемую сумму и нажимаем «Продать». Появляется подтверждение о продаже. Здесь вы можете изучить такие аспекты, как комиссии банка и кошелька, курс валюты, и после этого вы нажимаете «Продать эфир». Появляется адрес получателя и желаемая сумма для продажи. В дополнение к этому вы можете написать комментарий. После нажимаем «Дальше». Выбираем комиссию для отправки эфириума, при желании ее можно установить вручную. И нажимаем «Отправить». Вот и все, ваша транзакция успешно отправлена, и в скором времени средства придут на ваш банковский счет. Помимо всех этих классных штучек, о которых я уже рассказывала, у данного сервиса есть крутая партнерская программа. Для ее активации нужно пригласить 5 друзей по реферальной ссылке пользователя. После этого пригласивший пользователь будет получать 10% от комиссии собственных операций и операций своих друзей через Trusty Wallet. Кэшбэк активируется навсегда.
На этом у меня все, друзья. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и самых свежих новостей криптомира. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!